Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, друзья мои! Привет! Эй. Говорите, он русский знает. Русский билер дёрлар хирки сада. Русский? По-русски, понимаешь. Понимаешь? Ашки. А, он ничего не понимаешь. Хич бирше алламиуру. Русча билер. Асана шикер. Буюр. Джаным мини. Мы сидим на балконе, так классно. Хава гюзель. Хава гюзель. Ашки младерабереско ножи. Не рыси. Batum'da. Hayır çok iyi değil yani. Öğlen güzel olabilir ama şimdi çok iyi değil. Так, друзья мои, что вам рассказать? Aşkım, bir şey söyle bayanları ilginç. Söyle biraz Türk insanları. Erkekleri не мог откусить. Niye? Türk insanları, Türk erkekleri. Türk kuşları. Турецкие кушают, птицы, турк и эркеклеры. Сулеймана, джвапвер. Турк и эркеклеры, инанма колурмы. Верить можно турецким мужчинам? Не алмазы, да. Почему не знаю? Ама хэпер трафинда, я ладжи, шинди бини турк и эркеклеры, хэпкол дуриджеклер. Шинди, Не алдатиорлар баянлары. Почему обманывают женщин? Не пара истиорлар, бирше истиорлар. Аз вар боле калпедан бирше япаджаклер, севеджеклер. А мало есть, которые от души полюбят. Почему в основном мошенники? Ну, садже, Туркия, я сейчас нам без сорона варах буду шинюсуна. Ну, только говорит... Ну, хэр Туркия, да, хэр Америка, да, я шанюю. Невет, ну... Америка, да, дага кюту я шанюю, я дага кюту нэр я шанюю. В Америке еще хуже живут. Şimdi orada hayat sigortası diye bir şey var. Kişi evleniyor, hemen hayat sigortası yapıyor. Amerika'ya sonra bayanı kazara öldürdüm diyor. Hayat sigortası alıyor. Туда звонит мне Наталья. Yani bu her ülkede var, her yerde var. Говорит в Америке женится и ради страховки. Türkiye, evet. Вот sen söyle, Sümre. Nasıl tanışmak lazım? Şimdi, Kime inanmak olur? Kamu можно верить? Şimdi şöyle, yani benim gözlemimi söyleyeyim. Ben tabii bunun profesyonel psikolog değilim ama. Ateyim Bağdalov. Hani bir kadın üzerine mesela çok fazla gidiliyorsa işte seni şöyle yapacağım, seninle böyle yaşayacağım, seni mutlu edeceğim. Abartılı gösteriş. Слышите, дур, вот мужчина, когда начинает с первых встреч, сразу же говорит, с первых письма, я на тебе женюсь, я тебе куплю там то, сделаю тебе то. Близко не верьте, не подпускайте к сердцу. Sonra... Yani özellikle mesela internetten yapılan söylevler. Ну, в интернете кто они говорят? Ne olduğunu bilmiyorsun, kim olduğunu bilmiyorsun. Yani erkek mi? Кто он? Bayan mı o bile olduğunu bilmiyorsun. Ama zaman lazım. Nasıl tanışıyorlar biraz? Bazen var. Şey daha önemlidir. Yani face diyoruz da yüz yüze görüşmek, yüz yüze tanışmak, arkadaş ortamında tanışmak. Aşkım. Надо говорить на лицо к лицу. Emin olmak, güvenmek. Keşke arıyorlar erkekler. O diyor. Ben şimdi müsait değilim. Benim arkadaşla beraber burada oturuyorum. Akrabayla beraber oturuyorum. Şimdi konuşamam. Bu doğru mu? Когда мужчине звонишь, и он говорит... Birisi böyle bir şey söylüyorsa evlidir ya. Когда он говорит, что я не могу ответить, у меня там друзья рядом, родственники. Как ты на это все это? Не. Ya bence evlidir böyle bir insan ya. Ya da başka bir hayatı vardır. Наверное, может, он женатый или кто-то есть у него. Ама кешке севьор дьор. Я зьор севьор. Когда пишет «люблю». И оба я нарьор, о джива перемьор дьор. Бен мусайди илим, аркадашлары, акрабайла, берабер. Бу ялан. Ялан таба акрабасыйла берабер, бизесыне görüşmeye. Вот, видите, когда говорит... Энгел дейлки, я. Когда говорит... Женщина любимая звонит, он всегда даст ответ. Не будет такого, что занят. Наверное, что-то там нечисто. Сонрашка. Сонра, дерке, сонра. Ама сен бакбана. Не заман о давет идиор эркек.
O bilet uçak o demek lazım mı? Ve bayanla. Когда мужчина приглашает, женщина должна платить за билет или мужчина? Ya şimdi ben şöyle düşünürüm, tamam mı? Он я так думаю. Bir insan samimiyse, samimiyse hareketlerinde yapmak istediğinde. Kendisine zaten belli. Мужчина, который хочет вас, он сам все сделает, öyle insan лишь бы вы приехали. Gitmiş adam Ukrayna'da bir bayanla tanışmış. Görüşmüş. Sonra Türkiye'ye davet etmiş. Мужчина поехал на Украину, например, и познакомился с женщиной, и потом пригласил к себе. Sonra... O da evini görmüş, kendisini tanımış, çevresini tanımış. Посмотрел же семью его, Evlenmişler. И поженились так. Şimdi böyle insan da var. Bir tanesi de arıyor, gel Türkiye'ye. Yani şimdi ne demek gel Türkiye'ye? Знаешь, как, когда говорит, звонят и приглашают, приезжай в Турцию, как это говорит? Так? Кима geldiğini bilmiyorsun, nereye geldiğini bilmiyorsun. Он должен... А сын, benim akraba bilmedin, nasıl evlendin bana? Kim evlendin? Annem bilmedin, tanışmadın. А он говорит, что нужно познакомиться. Annemle evlenmedin ki, ben evlendim. Aşkım, ты мне все перебил, вот так перебивает. Но он говорит, что он должен сначала познакомиться с семьей, там, допустим, или... Или Ашкам, кешке окендине гидмеджес о интернете танышам билирм. Дейл мы, а нема Украина да гелемес. Ама таныша билирм. Я о örnek gösterdim. Herkes Ukrayna'ya ну, gidecek да. diye bir şey yok ama. Украина, Русия не алякасы. Самиетин анларсын yani. Yani şey demez yani, ben şu anda müsait değil. Yani şu anda müsait olmayan adam sadece tuvalettedir yani, lavabo kullanıyordur yani. Başka Только говорит, туалет он не может ответить, а обязательно должен ответить. Остальные все такие хитрющие. Не верьте, девочки, не верьте, девочки, мальчики. Все равно, если что-то есть серьезное, если то не отвечает, значит что-то там нечисто. Так, Кач Саман, еще есть у нас Беждак и Кидаки Калай. Я не шуре дышимся байл. Пускай так думают. İşte bu içinde bulunduğum durum çok kötü. İşte yalnız yaşıyorum veya ailemle yaşıyorum. O zaman gideyim bir erkek bulayım, başka onunla yaşayayım. Belki de ondan daha kötü duruma düşeceğiz. Yani mevcut durumunuzda bu şekilde tanışmak, yani internetten bir selam kelamla tanışmak, Türkiye'ye gelmek, ümit bağlam. Belki hayatını daha kötü yapacak. Bulunduğu yerden daha kötü bir duruma getirecek. Çünkü öyle insanlar var ki, öyle sadist diyoruz biz onlara. Sadist insanlar. Baskı yapan. Sadist, видите, есть тоже. Еще хуже может быть. Zorlayan bazı şeylere, yani illa dövmek şart değil. Sözle de şiddet var. Не обязательно, чтобы он вас бил. Просто моральный садист. Daha iyi tanımak sadist. Lazım yani. Такое что-то скажет, что это вас обидит очень сильно, будет обижать. Ну вы поняли, что он сказал? Sen ne demek istedin? Tekrar söyle. Keşke o ne unutun. Sen ne zaman yani şöyle bıra- diyoruz mesela. Bitirdin işte ben hayatı- unuttum. Hayır ben yavaş yavaş bulunduğum durumdan memnun değilim yani mesela işte nedir? Yalnızdır. Yalnız вот, например, вы нашли одного одинокого мужчины. Birisini tanışayım işte. Tam ki bu güzel bir şey. Ben kötü demiyorum когда ama. Когда одинокий он, ну нужно познакомиться с ним. Психологиyle yanlış yapmasınlar yani. Aa, когда человек один вообще и ни с кем вас не, ни с кем не познакомит, этот человек, значит, что-то не в порядке с ним, понимаете? Что? Он аманасыл, акрабайла лязен берабир, да? Yani самнийти görmek lazım. А, вы видите, что он должен показать вам, с кем он общается. А когда он будет все время один, 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 что-то здесь не то. Значит, чтобы он был не обязательно садистом, который будет вас бить, а вот именно словами такими закидает, что вы захотите убежать от него. Я söylemek kolaydır, anladın mı? İşte seviyorum. Да, говорить можно. Veya işte sorunum yok. İşte Türkiye'de evim var, arabam var, param var. Demek kolay. Машина, деньги, все говорить. А на самом деле... Çocuklar seni kabul edecek, problem yok. Дети Ama çocuk ortada hiç тебя примут. Проблем нету. А на самом деле... Çocuklar gördüğü zaman problem. А когда дети видят проблемы... O zaman görüşecek, çocuklar da görüşecek. Надо, говорит, сначала познакомиться с детьми, Akrabaları da görüşecek. С родственниками. Evini de göreceğiz. Семьи. Gerekirse geleceğiz bir hafta bir bakacağız. Evet, haklısın aşkım. Ama çok tehlikeli bir şey. Aşkım haklısın. Aklı ben korkarım benim. Yani. Erkek olarak bile korkuyorum. Aşkım, ты куда идешь? Yürüyüşe gideceğim. Вот так, böyle mi? Yok canım.
идет мой муж гулять, а мы, надеюсь, я было интересно, потому что многие из вас писали точку зрения мужского турка, мужчины. Но я, пускай на меня турецкие мужчины не обижаются, я не говорю это только о всех, но то, как мой муж турок, поэтому он свою точку зрения высказал. А мы, а остальные, не только в Турции, везде по всему миру так нужно действовать. Так что вон смотрю, женщина в шортах окна моет. Может, это кто-то приходит, убирает, но не важно. Я сейчас кофе допью, горько кофе, с российской конфеткой, так вкусно. Ну да, встречи. Кто хочет заработать такие деньги? Только на платформе GigoS? Это вполне реально. Друзья, приглашаю вас к себе в команду. Жду, время ограничено. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.